Приветствую, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать на этом месте вот эту ценную книгу, книгу Библию. Мы используем для того, чтобы у нас был какой-то порядок, уроки субботней школы, которые вы легко можете найти в интернете, если хотите изучать вместе с нами. Эти пособия есть, просто введите название «Субботняя школа», и вы там увидите самые последние уроки, которые мы используем в нашем изучении Библии как основание для этого. Также вы, наверное, заметили, что когда камера показывает наших гостей, внизу есть какие-то разные слова удивительные. Мы их показываем для того, чтобы вы могли познакомиться с каждым из наших участников. Это Instagram-аккаунт наших друзей, которые приходят на это место. И зайдя туда, вы сможете увидеть, чем живет этот человек, написать ему, может быть, какое-то сообщение, познакомиться. И пусть это будет хорошей возможностью, чтобы наша христианская семья и дружба в нашей христианской семье, она разрасталась, и наших друзей становилось все больше и больше. Но я приветствую еще и вас, то, что вы пришли это, сегодня на это изучение. Я очень рад вас видеть. И, как обычно, мы начнем с молитвы. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что мы можем собираться здесь все вместе, прославлять имя Твое. Благослови, пожалуйста, это служение операторов всех нас на этот урок, который мы сейчас будем изучать. Аминь. Аминь. У меня сегодня нет иллюстрации. У меня есть иллюстрация такая. Знаете, нужно ее вообразить себе, представить. Эта иллюстрация взята из римского права. Вы знаете, что мы все, в большей или меньшей мере, но мы живем почти так же, как когда-то в Риме. То есть мы очень много чего взяли с Рима. И одна из вещей, которую мы взяли с Рима, это римское право. В чем его суть? Суть его в том, что должно быть правительство, которое устанавливает законы, и эти законы должны исполнять все люди, которые живут на какой-то территории. Если вы нарушаете какой-то из законов, это правительство должно вас за это что? Наказать. Какие бывают наказания? Штрафы. Тюрьму посадить. Даже не только, а бывает, что и смерть может быть, правда? Казнь. А теперь ключевой вопрос мой. В этой системе римского права как может человек, который нарушил закон, избежать наказания? Я думаю, за хорошее поведение. А выкуп, это уже незаконно, это называется коррупция. За хорошее поведение, если тебя арестовали, и ты хорошо дальше себя продолжаешь вести, так тебя могут выпустить. Раньше, да? Или послабить твое наказание. Да, но все равно, знаете, наказание-то осталось. Но есть какой-то аддон закона, я не говорю про коррупцию, а законный метод, как человек может не получить наказание, но при этом он точно виноват. Признание. Обычно это бывает, когда человек признается, обычно это бывает на какие-то праздники особенные. Что-то такое. Если судья простит, мне кажется, тогда ты... Он тебя может простить. Представим себе, что судья уже сказал, что нет, этот человек виноват, по закону он виноват. Есть какая-то такая штука, если вот человек, знаете, раскаивается, он себя действительно хорошо вел, что-то делает в государствах даже сегодня. Монетку помилует. Да, как это называется? Помилование. Да, амнистия, правда же? И есть такой законный метод, называется амнистия, когда правительство, например, президент, может простить кого-то. Сказать, что он молодец, он уже отсидел немножко. Я его прощаю. Теперь я хочу, чтобы вы перенесли вот эту всю схему на Библию. Кто в Библии является правительством? Бог. Бог, да? Есть ли в Библии тоже законодательство? Да. Где оно записано? Что это? Тора. Например, Тора, да? Там много законов, там не только 10 заповедей. Есть ли в Библии описано какое-то наказание для тех, кто будет эти законы нарушать? Да. Написано, что за грех смерть. Да, причем обидно, что наказание только одно. Там нету тюрьма, говорится, к сожалению, дружами. Если ты сделаешь нарушение, результат этого нарушения, твое наказание будет смерть. Скажите, пожалуйста, согласно все-таки Библии, сколько из людей, может процент вы знаете, являются нарушителями закона? Все. Я думаю, каждый нарушал закон. Все. Вы уверены? Нет ни одного праведника.
с рождения. Постигшь, даже если вы все согрешили и не лишены. И да, друзья мои, 100% людей, кто больше, кто меньше, но все мы виновны в нарушении закона и заслуживаем на смерть. Теперь самый мой сложный вопрос. Почему Бог не может просто объявить амнистию? Почему он не может сказать, ну, Денис, ты такой молодец, ты так стараешься, ну, там, да, ты нарушил закон, ты там что-то плохое сказал, сделал, но я тебя прощаю. Почему должен был Иисус приходить и умирать вместо Дениса, вместо Алины, вместо Максима, Эстер и нас всех? Потому что наказание за грех смерть. А закон неизменен. И он уже умер за нас. Это как царь, когда он печать поставил под чем-то, он даже царь отменить не мог свой указ. И мне кажется, когда Бог ввел этот кругооборот, то он уже не мог это остановить, потому что все другие земли тоже видели, как это начиналось, и они были бы свидетельством, что Бог несправедлив, а Он есть справедлив. Хорошо. А у меня есть еще один вариант ответа. Я не говорю, что твой неправильный, твой правильный, но я как-то прочитал в одной книге, Клайв Льюис написал, «Просто христианство», что очень полезно представлять закон Божий как закон природы. Потому что, когда мы сравниваем с законом государства, то закон государства – это плохая иллюстрация. Знаете, закон государства его меняют часто. Могут говорить, я тебя прощаю, мы там поменяли тот закон, мы сделали амнистию. Но если закон Божий – это закон нашей природы, это уже все по-другому. Значит, мы так созданы. Не только мы, а Бог таков есть, что вот Он работает по каким-то законам. Давайте, вот, чтобы мы поняли немножко мою иллюстрацию, скажите, какие законы природы вы знаете? Инерция. Инерция. О чем этот закон говорит? Что скорость, когда идет... Увеличивается, да? Хорошо, а еще какие, может быть, попроще законы? Гравитация. Гравитация. А что это за закон говорит? О чем он говорит? Да, большое тело притягивает к себе меньшее тело. Как можно нарушить, ну, как можно, например, вот человек есть, который не верит в силу гравитации. Как он может ее нарушить? Спрыгнуть с моста. Ну, он ее не нарушит, она сработает. И понять, что он ошибался. Мне нравится, как Юра Бондаренко говорит, если вы не верите в Бога, это не значит, что его нет, вы просто в него не верите. Знаете, вот такой подход к закону Божьему, как частью закона природы, он помогает нам понять много вещей. Ну, во-первых, что наказание за то, что мы нарушаем закон, очень часто это следствие. То есть человек пропрыгнул с моста, он думал, что он сказал, я не верю в это все, я не буду это исполнять. Ну, что с ним случится, если мост был высоко? Разобьется. Да, он разобьется. Ева, когда сорвала этот плод, как бы Бог ее не любил, закон сработал или нет? Она умерла или нет? Ну, да. Она не умерла сразу. Через время. Но как яблоко ты срываешь, оно что, сразу гниет или нет? Нет. Оно сначала очень красивое, оно кажется, что оно такое же, как на дереве. Но оно уже начинает гнить. С момента, когда вы его сорвали, оно уже начался процесс умирания. Итак, первый вывод интересный. Такие нарушения наши, они приводят к каким-то последствиям, потому что наш мир целостен. Вот эти законы, которые Бог дает, это законы нашей природы. Так мы созданы. Мы созданы, чтобы любить. Еще один тоже вывод с такого подхода, что закон Божий вечен и неизменен. Как можно вот сказать, что закон действительно вечный? Потому что многие говорят, что ну, закон был дан там, на какой-то период времени какому-то народу. Что вы думаете о таком подходе? Закон был дан Богом, а Бог вечный. Мы знаем, что у Бога нет начала и конца, что Он был, есть и будет. А вот... И это те рамки, в которые мы, к счастью или к сожалению, не можем понять своим человеческим умом. Да, это очень классное объяснение. А вот такое еще подтверждение. Скажите, пожалуйста, а до Синая, до того, как Бог сказал своих 10 заповедей и все другие законы, вот до этого были уже какие-то законы? Ну, люди знали, что убивать это плохо и красть. Ну, например, Каин знал, что он убил, и это грех.
Да, но он же скрывался от Бога. Да, зачем было скрываться? Значит, он знал, что это неправильно. На самом деле и Адам, и Ева уже знали, что они согрешили. Это просто когда мы совершаем грех, у нас открываются глаза, то есть мы уходим от Бога, и также и у Адама и Ева открылись глаза, они увидели, что они наги, и они уже скрывались от Бога. Да. То есть у них не было никакого закона еще, у них было установление не есть с этого дерева, они его нарушили. Да, но я говорю, у них не было написано никакого установления, но закон-то был. Потому что вот убийство, хорошо. А вы помните, Вениамина обвинили в том, что он украл чашу у Иосифа? Скажите, пожалуйста, он знал, что это грех? Конечно. Конечно. А были тогда 10 заповедей? Нет. Нет. Или там, например, царь Авимелех, это же даже не еврей. Он знал, что спать с другой женой, ну, в той истории это была жена Авраама, это грех. Знал, он говорил, почему ты не сказал, что это твоя жена, и я почти уже совершил такой грех. Ну и Иосиф знал тоже, что уже неправильно спать с фараоновой женой. Но у меня есть вопрос, а как тогда все знали этот закон, но не было физической 10 заповедей? Я слышал такую теорию, что это как бы Бог им сказал Адаму и Еву после грехопадения, или это было еще во Вселенной этот закон? То есть если бы ты мог чуть-чуть мне объяснить. Ну, у меня всегда на такой вопрос простой ответ. Скажи, пожалуйста, для тебя, вот человека, который там полюбил какую-то девушку, очевидно, что если ты будешь иметь еще одну девушку, это предательство? Ну да, ну для Авраама это было окей. Нет, в том-то и суть. Бог прописывает какие-то вещи для израильского народа, скорее всего, только потому, что после длительных лет в рабстве в Египте они уже просто не понимали, что хорошо, что плохо. Им нужно было объяснять на бумаге, даже на камне, что, друзья мои, если вы убиваете, это плохо. Что, серьезно? А у нас там, где мы жили, там это было нормально, это проявление любви. Не-не-не-не. Вот любовь, чтобы вам там не говорили, это когда вы не убиваете. Если вы любите свою жену, вы не идете к другой жене. Вы ничего не крадете, не забираете у кого-то. Это объяснение было для тех, кому уже нужно было объяснение. Мне всегда очень часто говорят, что ну ладно, убивать это плохо, красть это плохо. Но вот суббота, это только для евреев Бог дал. Скажите, пожалуйста, а суббота когда появилась? При сотворении нашей земли. Даже раньше, чем эти все истории, которые мы вспоминали, да? Уже тогда Бог говорит, благословляю и освящаю этот день. Итак, вот классный вывод, да? Это закон природы, который не может поменяться, потому что Бог есть любовь, и все вокруг должно быть любовью. Еще один интересный вывод, может, не будем акцентировать на том, что если закон Божий – это закон природы, значит и грех – это не просто действие, это даже более, может быть, как состояние наше, да, состояние греха, состояние, когда мы вне закона, мы не делаем то, что нужно. Хорошо, но все-таки мы хотим немножко обратить внимание еще раз на те писанные заповеди и законы, которые Бог дает на Синае. Он их дает все-таки почему-то только Израилю. Скажите, пожалуйста, почему Бог избирает их, с какой целью Бог избирает именно Израиль? Израиль, он должен как бы учить другие народы этих законов. Хорошо. То есть закон не касался только Израиля? Нет. А почему, как вы знаете, что не только Израиля? Так он говорил Аврааму, что ты будешь отцом множества народов. Не только свое, а множество. Знаете, как интересно? Бог же вот идет и говорит, что вот эти города нужно изгнать, потому что они вот это и это делают. Что они делали? Они нарушали закон. А в другом месте Бог говорит, но и когда вы будете нарушать эти законы, вы тоже будете иметь проклятие, да? Очень классный ответ. Бог хотел, чтобы Израиль представлял закон Божий и эти отношения с Богом для других народов. Но почему именно Израиль? Это же дискриминация. Он выбрал Авраама, потому что Авраам поверил Богу. Угу. Знаете, для того, чтобы мы... Вот почитайте Второзаконие 9:5-6, чтобы мы точно знали, почему Бог не... Чтобы было, не было причиной того, что Бог избирал израильский народ. It is not because of your righteousness or your integrity that you are going to take possessions of their land, but on account of the wickedness of
these nations, the Lord your God will drive them out before you to accomplish what he swore to your father, to Abraham, Isaac, and Jacob. Understand that it is not because of your righteousness that the Lord your God is giving you this good land to possession, for you are a stiff-necked people. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего. Бог говорит, я не избрал тебя, потому что ты лучше других. Просто я тебя защищаю, чтобы ты представил и был благословением для других. И он говорит, что вы еще упертый очень. А ну 7:9 прочитаем второзаконие, Эстер. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Не тот, кто хранит милость к Израилю, а к кому? К любящим Его. К любящим и исполняющим заповеди? И заповеди, да. Относится ли это только к его фавориту, к его любимчикам, Израилю? Ко всем. Нет, ко всем. Любой народ, который мог, полюбил бы Бога и исполнял заповеди, тоже ему был бы избранный народ. Угу. Давайте еще один последний текст. Это Иоанна 15:16. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Знаете, Бог избирает, чтобы они приносили плоды. И чтобы эти плоды, скажем так, были благословением для всех. Но вы вот сказали такую вещь, что они были примером, и любой народ мог присоединиться. А какой вот этот был процесс евангелизации, присоединения в то время? Это было просто, непросто? Что за процесс? Ну, самое непростое — это обрезание. Ну, то есть любой человек мог присоединиться к Израилю, да? Да. Каким образом? Полюбить Бога, исполнять заповеди и обрезание. Да, и еще одно интересное, он должен был принести в жертву Агнец, да, принять Пасху. Почему Пасху? Потому что это ключевой образ, который показывает, а кто же заплатил, кто должен был умереть, чтобы вы могли все спастись, в том числе и другие народы. Если мы говорим о законе Божьем, мы очень часто это слышим слово, вот закон Божий, что мы под ним понимаем, что именно является законом Божьим? Первая мысль, которая возникает, это заповеди, 10 заповедей. Хорошо, только 10 заповедей? Тора. Ну, Тора, да. Вся Тора. А что входит в Тору? Ну, оно объясняет больше 10 заповедей, то есть оно дает объяснение, как ты должен любить своего соседа, что ты должен делать, например, если кому-то глаз выколят, как он должен действовать. То есть оно больше дает тебе подробное объяснение закона. Угу. В Торе было больше подробностей. И в Торе было больше законов справедливости, как относиться, если с тобой несправедливо относились, как ты должен относиться к людям. То есть, по сути, Тора — это просто развернутая часть с большими подпунктами. Хорошо, а если Тора это закон Божий, как вы сказали, значит, все эти подпункты являются актуальными или нет? Нет, которые законы к храму относятся, они сейчас не актуальны, потому что храм уже на небе. Ну и как government, уже Израиль не относится как government. Угу. То есть у нас нету государства, в котором... которым руководит Бог, да, mm-hmm. Нам не нужны законы, которые касаются именно государственного управления, то есть как судить, как наказывать, мы сейчас не можем наказывать, потому что мы церковь, мы просто христиане, мы, да, мы Израиль, но мы Израиль такой символический, да, народ, но у нас нету государства Израиль. Но много принципов даже из этих государственных законов мы тоже используем, как Божий закон, как Божий принцип. Но вот по поводу храма вы вспомнили, а как бы, какие вот вы можете вспомнить законы, которые действительно уже сейчас мы не используем не потому, что это не, ну, скажем, не актуальные вещи, а потому что храм уже на небе, и эта часть заповедей действительно на сегодняшний день, это очень правильные заповеди, но мы уже не должны их исполнять. Что это такое? Ну, типа, как бы, если ты коснешься мертвого, то все, ты не чист до вечера, и тебе нужно принести в жертву там определенных животных, пойти mm-hmm. к священнику.
такое событие случилось, что теперь получается вот эти все законы. Знаете, вот ты вспомнил о нечистых, а я знаю, там много было законов по поводу того, что женщина не могла там быть в каком-то месте, потому что это все было символически, представляло план спасения, да, в будущем. А если ты там был или больной, или коснулся к мертвому, или какая-то там была ситуация у женщины тоже, которая показывала ее болезненность, это тебя ограничивало. Это все отошло, потому что храм на небе. А почему храм перенесся на небо? Почему на земле храм уже не работает? Жертвы тоже уже не надо тебе приносить. Потому что Бог, Иисус, когда пришел на землю, Он стал этой жертвой. И это, потому что жертвы приносили это до Иисуса, это был символом об Иисусе. Когда Иисус пришел, Он уже исполнил этот завет. Поэтому нам уже не надо приносить жертву. А насчет храма, потому что теперь Иисус наш есть первосвященник. Угу. Знаете, на самом деле, если бы кто-то хотел вот разобраться в этом вопросе, уже достаточно прочитать послание к евреям, где апостол Павел евреям это все объясняет. И он как раз и говорит, Иисус был жертвой, и Иисус стал священником. Отныне, после того, как во время смерти Христа разорвалась завеса, которую никогда никто не мог был открывать, потому что святое святых, оно было место только для первосвященника, храм на земле перестал быть храмом. Да, это может помещение, куда кто-то что-то ходит, что-то делает, но нет. Отныне жертва была принесена, и настоящий наш священник, посредник между Богом и человеком, он уже теперь на небесах, и это Иисус Христос. Скажите, пожалуйста, если вот заповеди остались актуальными, кроме вот этих заповедей, которые исполнились в Иисусе и которые касаются уже теперь небесного храма, скажите, пожалуйста, мы как христиане должны исполнять эти заповеди? Да. А зачем? Мы этим показываем, что мы любим Иисуса, и Он есть главная часть нашей жизни. Какое отношение имеет спасение, или какое взаимоотношение между спасением и исполнением заповеди Божьей? На самом деле это просто потому, что мы уже спасены, мы просто из-за любви ко Христу, из-за того, что Он нас спас, мы просто соблюдаем Его закон, потому что мы и так проявляем свою любовь, и в какой-то степени благодарность ему. Да. Закон — это как бы такая тропа среди кустарников. Это ровная тропа, чтобы тебе было хорошо. Да. Если это... ты не будешь соблюдать, ты сойдешь с этой тропы. Знаете, очень часто говорят, а как узнать, есть ли у тебя отношения с Богом? Все говорят, ну вот как узнать? Я и молюсь, и это все. Друзья мои, Библия очень просто объясняет. Смотри на заповеди. Если у тебя есть отношения с Богом, ты постоянно будешь расти в том, чтобы освящаться. Ты будешь постоянно все ближе и ближе приближаться к идеалу, который описан в законе Божьем. Потому что это и является показателем того, что ты с Богом в отношениях. И очень правильно Алина подметила, что спасение — это отправная точка. То есть Бог говорит, по вере твоей, через мою жертву я спасаю тебя. И это спасение, и это проявление моей любви к тебе, оно должно, скажем, проявиться в укреплении наших отношений, частью каких является практическая жизнь. Вот это все, что мы читаем, это практическая жизнь с Богом. Что же, друзья, из всего полезного, что мы видим в Библии, из всех законов, которые мы видим в Библии, наверное, Конституцией такие являются 10 заповедей. Я хочу, чтобы мы сейчас их вспомнили и немножко объяснили, как мы их понимаем. О чем первая заповедь? Ну, там говорится про то, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из египетского рабства, и да не будет тебе других богов, кроме меня». Как мы можем понять, или какие симптомы того, что у нас другие боги? Ну, например, даже когда ты просыпаешься с утра, первая мысль, о чем тебе приходит, это может быть не Бог, а там, пивом телефон, Инстаграм посмотреть, кто тебе лайкал, что-то. Хорошо, а то есть это уже хороший признак. Какие еще? Сколько времени мы этому уделяем? Это тому или иному делу? Чем заняты наши мысли? То есть то, чему... То, что нас больше волнует, о чем мы больше всего переживаем.
то и является Хорошо, идолом. А какие вот практически могут быть такие вещи, что мы можем назвать? Вот это может быть Бог вместо Бога настоящего. Это как для кого, но для меня эта машина была до определенного времени. Я понял, что я ей очень много времени уделяю, даже больше, чем Богу. И когда просыпаюсь, она у меня первая на мысли была, надо закончить, надо собрать все чуть-чуть. И я вот теперь остановился и понял, что это может быть для кого-то к нам камнем преткновения или идолом. Все, что является на первом месте вместо Бога, это идол. Я хотела сказать, что не обязательно эти вещи должны быть какими-то плохими. Это могут быть очень даже хорошими вещами. Тот же спорт. Если ты просыпаешься и ты думаешь только о спорте, там с утра я пойду туда, потом я пойду туда, после этого я пойду туда, потом я пойду куда-то в хайк, а потом на выходных я поеду туда и сделаю то, может быть, я ищу друзей, но если у тебя все мысли заняты только этим, то то же самое, если ты там за внешностью, это неплохо следить за собой, но если у тебя, если твоя самооценка зависит от этого, скажет ли тебе кто-то комплимент или нет, то это уже идолом становится. Знаете, очень хороший вывод ты сделала, потому что мне кажется, что опасно вот так определять идол по тому, что у тебя приходит на голову в первые минуты, когда ты просыпаешься, конечно же. Но это может быть намеком, да, вот подумай, не является ли эта вещь идолом. Но вот то, что ты сказала в конце, это действительно очень уже сильный симптом. От чего у нас зависит самооценка? Если ваша самооценка зависит от того, сколько у вас денег в кармане, или какая у вас карьера там, быстрая или не быстрая, насколько много у вас там парней или девушек, это очень сильное доказательство того, что, скорее всего, эта вещь является для вас Богом. Потому что Бог говорит, если я ваш Бог, тогда ваша самооценка, она не зависит от этого. Ваша самооценка всегда на хорошем уровне, потому что вы знаете, что вы мои дети, вы записаны в книге жизни, ваш отец – это творец мира. И даже если у вас какие-то неудачи, что-то не получается, с внешностью что-то не то, вы любите себя и любите людей вокруг. Это очень хорошая вещь. Хорошо, вторая заповедь. Вторая заповедь о чем? Не делай себе кумира и никакого изображения. Это не то же самое, что первое? Очень похоже. А что это такое? Ну, это не делай в прямом смысле себе кумиров, то есть никакого изображения, как идолов. Ага. Знаете, когда Моисей спустился, то они сделали этого тельца. Это было изображение кого? Бога, который Всевышний. Который вывел их из египетского рабства. Это не было изображение других каких-то богов, правда же? И Бог это говорит, это плохо. Я хочу, чтобы вы меня в первую очередь воспринимали не по каким-то рисункам, скульптурам, которые у вас потом превратятся в какие-то амулеты. А почему? Как себя Бог постоянно представляет? Характер. Да. Чтобы мы чувствовали его личность, не внешне. И по сути в Библии, я не знаю, есть ли места, мне кажется, по-моему, даже нету нигде описания физических черт Бога. То есть всегда мы видим, что он добрый, любящий, заботящийся. То есть мы его представляем личность, как, а внешность, она уже у каждого своя. Но главное суть, что мы должны обращать внимание на черты характера. И это то, о чем нами Бог говорит, что он и нас призывает обращать внимание формировать на свой характер. Потому что только характер мы заберем с собой. И личность. Судить о человеке по тому, что у него внутри. Да. И заповеди именно как раз и тоже объясняют, какой характер у Бога. Хорошо, третья заповедь. Не произноси имени моего. Напрасно. А как можно мы в этом согрешить? И является ли эта заповедь актуальна сегодня? Если человек называет себя христианином и, выходя, скажем так, из церкви, не следует закону и не следует тому, чему он должен следовать, что он должен соблюдать, то это и напрасно. Да, это один из примеров. А мы обычно думаем о том, ну, главное не говорить часто слово «Бог», даже у еврейских этих всех даже не пишется слово «Бог». Но, с другой стороны, это тоже прекрасный такой пример, когда мы можем носить имя христианина или дитя Божьего, но при этом делать это напрасно. Да? Ну хорошо, а четвертая заповедь о чем? Там про субботу заповедь. Это заповедь о отношениях кого? Бога с человеком или человека с человеком? Богом человек. И человек с человеком. И это, правда же? Потому что суббота, говорит еврей так как-то один,
не евреи хранят субботу, а суббота хранит евреев. От чего? От того, чтобы, скажем, забыть о своей семье, о своей каком-то личном духовном росте. Суббота хранит человека от того, чтобы не стать рабом каких-то других вещей, работы, денег, развлечений, да? Чтобы мы помнили и имели время для развития отношений друг с другом и человека с Богом. Хорошо, пятая заповедь. Почитай отца своего и мать свою, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. Что это означает? Ну, можно понять это как уважать и слушаться, но, допустим, много верующих людей приходит, допустим, из семьи, у которых неверующие родители. И, допустим, если родители тебе там говорят, не ходи в субботу в церковь, а иди в школу учись. Uh-huh. И как послушный сын ты там должен слушаться родителей, но ты должен оставаться еще послушным Богу. Uh-huh. И как бы почитать отца и мать свою — это принимать их советы, но и как бы уметь с ними общаться правильно. Uh-huh. Мне очень понравилась мысль, как-то один пастор в проповеди говорил, что какими бы у вас хорошими родители не были, что даже если они всю жизнь в церкви были, они всю жизнь были для вас примером, но если в какой-то момент в жизни они идут вразрез с тем, чему учит Христос, вы не должны, и как бы они вас не уговаривали, как бы они вас не просили сделать то, что они хотят, вы не должны соглашаться на это, потому что именно в этот момент Христос становится выше, его закон становится выше. То есть, получается, если родители идут вразрез с законом Божьим, то тогда ты должен уважать, ты должен почитать их, но в этот момент ты должен все равно включать свой ум и поступать так, как говорит Христос. Мне очень нравятся ваши размышления, идеи, потому что еврейское слово вот это кабет, украинскую шануй, батька и матерь. Это слово, которое переводится, если так уже буквально идти, быть тяжелым. Быть тяжелым. Знаете, не относитесь к родителям легкомысленно, даже если они ошибаются. Это означает, что к каждому совету родителей нужно относиться серьезно. И к родителям нужно относиться серьезно. То есть, если они приходят, вы можете их садить на почетное место за столом, а вы должны помнить их какие-то даты, да, поздравлять их какие-то там годовщинами. Вы в том числе должны прощать их. И много разных как бы проявлений является того, когда мы подносимся к человеку серьезно, со всей серьезностью. И когда он нам что-то советует, мы не обязательно должны делать, как человек этот говорит, постоянно. Вот только так, как мне папа сказал, я так делаю. Но я, по крайней мере, обдумаю, проанализирую и буду серьезно относиться и к родителям, и к тому, что они нам говорят. И знаете, было бы круто, если бы мы даже говорили родителям, что они нам дали, чего они нас научили. Это тоже такой прекрасный пример того, когда вы к человеку относитесь с почитанием, да, вы его почитаете. Хорошо, потом у нас идет «Не убивай». Нужны объяснения? Все просто. Не прелюбодействуй. Ну, Макс, объясни. Так же самое, как и не убивай. Не кради. Знаете, ты правильно сказал, просто там ты убиваешь человека, а здесь ты убиваешь репутацию. Это тоже очень важная вещь. Потому что, когда ты, знаете, говорят, что можно убить даже словом, но когда ты говоришь человеку, я тебя люблю, я буду с тобой, а потом ты изменяешь, это тоже убийство, но просто на другом уровне. Потом у нас не кради, не произноси ложного свидетельства и не желай дома ближнего твоего. Удивительно то, что здесь у нас все уровни как бы жизни человека. Желание — это мысли, слова, действия, красть действия, прелюбодействовать действия и убивать. Это действие, которое нельзя уже вернуть. Ты не можешь возобновить жизнь, если ты убил. Ну что ж, мы с вами прошли тему заповедей. И последний мой вопрос такой. Каковых как бы сфер жизни касается христианский стиль жизни? Всех. Это очень правильный ответ. Всех. Мы христиане 24 часа 7 дней недели. Влияет ли то, что мы христиане, на то, что мы кушаем? Да. Даже это. Представляете? На то, как мы встречаемся.
как мы выбираем себе половинку, как мы общаемся, как мы работаем, как мы платим налоги. У меня есть вопрос. Тяжело нам просто быть христианами. Иногда у нас есть прорывные моменты, переломные моменты. Вот как нам выходить с них и как людям понять это правильно, 24/7 христианство? Мне кажется, что это то же самое, что спасение по благодати и соблюдение закона. Если ты веришь во Христа, то ты соблюдаешь закон только потому, что ты веришь. И тебе это не доставляет... Это становится частью твоей жизни, и оно как бы выплывает само по себе. Ну, то есть, если ты, скажем, встретишь свою половину, ты ее будешь любить, и ты будешь ей делать что-то приятное просто потому, что ты ее любишь. Тебе это не будет доставлять каких-то неудобств или каких-то трудностей. Ты ее просто любишь, и ты будешь для нее это делать. Ну, иногда надо взять брейк такой маленький. Перерыв. Знаете, я как бы отталкиваюсь от Алининого ответа. Хочу сказать, что я, например, вопрос, как влияет понимание, что Бог тебе дарует жизнь по благодати и спасение на мою жизнь, действительно, влияние это проявляется на практике. В том, например, что я действительно оцениваю присутствие Бога на всех этапах своей жизни. То есть заработал я много денег. Я работал, но я всегда помню, что у меня были возможности работать, у меня было здоровье, у меня были родители, которые дали мне образование, меня никто не увез куда-то в другую страну, где нет возможности работать. Вы понимаете? Я всегда говорю: Боже, благодарю тебя за эти деньги, это ты их мне дал. Хотя я работал над ними, да? То есть это очень хороший подход для того, чтобы иметь вот это христианство 24/7. Постоянно понимать, что Бог влияет и помогает тебе на всех этапах жизни, поэтому ты тоже на всех этапах жизни хочешь быть христианином. Но второе, это мой такой, может, ответ, я подумал, когда ты задавал этот вопрос, что, скорее всего, сложно как раз быть не 24/7 христианином, потому что это как раз вот эта двойная жизнь, когда ты в одном обществе, в какие-то дни по одному себя ведешь, а в другие дни, в других ситуациях, где нужно там зарабатывать деньги или что-то там доказать свою правоту, ты по-другому действуешь. Вот это как раз сложно. Намного проще выбрать путь и сказать: или я уже христианин, или я уже не христианин. Но если я христианин, а Библия говорит, что это намного лучше путь, чтобы быть счастливым, так просто расслабиться и быть христианином всегда. Не думать о том: окей, мне нужно сейчас так делать, потому что меня там кто-то смотрит, что-то кто-то слышит меня. Нет, я христианин всегда. Когда мне нужно заплатить налоги, когда мне нужно дать работу кому-то, когда мне нужно отдохнуть, даже если меня никто не видит. Я не думаю, как мне вести себя, потому что я вот такой, как я выбрал, 24 часа 7 дней в сутки. Мне кажется, что это намного легче, чем играть вот какие-то роли в какие-то время. Благодарен вам за ваши идеи, за ваши хорошие мысли. Я очень рад был сегодня изучать Библию вместе с вами. Если у вас тоже есть какие-то идеи, а я уверен, что у вас много чего есть сказать по этой теме, и вы бы их сказали, если бы были здесь, у вас есть такая возможность. Вы можете приехать к нам и записаться, или написать в комментариях. Это будет хорошая возможность, чтобы мы вместе общались, особенно на такие важные темы. Ну а мое пожелание для нас всех быть настоящими христианами 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И чтобы это христианство наше, оно вдохновляло тех, кто живет с нами, наших соседей и тех, кто работает с нами. Ну а в окончании мы помолимся Богу. Боже наш дорогой, я еще раз отдаю Тебе славу и благодарю Тебя за то, что однажды Ты пришел в этот мир, чтобы спасти нас и умер за наши грехи. Теперь же в ответ на это, как часть нашего спасения, мы хотим отвечать этому высокому стандарту христианина. Быть верным Твоим заповедям и быть в тесных, настоящих отношениях с Тобой, о чем мы сможем судить именно смотря на закон Твой, исполняя заповеди Твои. Прошу за каждого зрителя, за того, кто нашел это видео, включил его и, может, случайно услышал то, о чем мы говорили. Пусть Твое Слово через наши несовершенные слова, оно коснется сердец каждого из тех, кто слышал нас, и в том числе проявится и в нашей личной жизни.
Наша молитва в имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.